Большой привет всем, кто сейчас смотрит это видео. Это дневник фестиваля «Студенческая весна 2019» Казанского федерального университета. Финишная прямая, сразу три института на сцене и томительное ожидание гала-концерта. Давай уже начнем смотреть последнюю серию нынешнего сезона. С тобой Роман Полинсков. Начинаем! Последний день фестиваля порадовал нас сразу тремя концертными программами. Первыми на сцену вышли студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Суть программы – счастье нельзя создать искусственно. Алло. Мам, с годовщиной вас. С праздником, Алсу Тамерлановна. И балам, рахматинде. Боря, беги скорее к телефону, сын звонит. Ну что, план на вечер уже обдумали? Нинди планнары бузынды. Мин кишке ошка берер тәмле нәрсә пешерем. Әйтин, снова весь вечер серенадылар җырлаячак. И старый романтик. Не перестану признаваться этой женщине в любви. Ладно, мам, пап. Заскочу к вам на выходных, поздравлю лично. Әйе, кил, без шаткана булабыз. Без синең белән гордимся, улым. Женушка у тебя матур. Передавай привет папе, целую, пока. Милый, что случилось? Мигрень? Может, не пойдешь сегодня на работу, отгул возьмешь? Да нет, чего ты распереживалась? Просто голова болит. Чтоб я попустил день на своей работе. Я так тебя люблю. Да ты чего? Я ж скоро приду. Ничего, береги себя. Ладно. Люблю тебя. И я тебя люблю. Второй концерт. Институт экологии и природопользования. Очередная сказка о злой королеве Багровой горы, которая хочет завладеть всем миром. В целом неплохо, но хронометража выступления явно не хватило ребятам. Зная, насколько лампово они ранее делали свои концертные программы, это для них только разминка. Она вынуждала кричать, а смех, ваш смех, словно гвоздем по стеклу давил на слух. Все, казалось, не имело счастливого исхода, кроме одного. Чего же? Одиночество породило и другие темные чувства. Но остался только один вопрос. Почему она, а не я? И тогда сила трона окончательно вытянула из меня злость, злость и гнев. Я тоже хотела быть тобой любимой. Однако ты добилась лишь страха. Уважение. Мне пришлось залить все кровью, месть тобой требует. Уважение? Люди потеряли ценность жизни. Они разучились чувствовать, думать и любить. И любить, как ты. Я? Мне было сложно остановиться. Осужденная всеми, я по-прежнему оставалась одна. Зачем? Зачем ты сохранила мне жизнь? Твоя смерть окончательно бы узаконила мое безумие. Значит, ты признаешь, что ты безумна? Кажется, я вечность буду плутать по темному лесу моих мыслей. Нет, нет. Источник твоего зла — это трон. Сейчас он разбит, и вместе с его осколками разлетелись тысячи невинных душ. Разрушились все твои силы, твоя власть и твоя жажда мести. Но я вижу печаль в твоих глазах. И если тогда я этого не заметил, то сейчас я не позволю оставить тебя наедине с собой. Доброта твоего сердца не способна принять всю мою жестокость. Но сейчас, сейчас ты уже не одинока! Нет! Ничто не способно спасти мою душу. Счастливый конец только для тебя и твоих детей. А я вынуждена терпеть эту боль, причиненную мной же. Это поражение, великое поражение, стыд! Не говори так. Прости меня. Прости, что я не заметил эту боль раньше. Прости. Тебе меня жаль.
Я не позволю. Я справлюсь сама. Мне не нужна твоя жалость. Ну и последними на сцене был Институт математики и механики имени Лобачевского. Выступление было настолько крутым, что давайте посмотрим его целиком. Программу представлял Институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Ну а если серьезно, единственное, что скажу, финал у них крутой. А всю концертную программу надо обязательно посмотреть. Ну и на этом все. Понравился выпуск? Подпишись на нашу группу ВКонтакте. До гала-концерта осталось совсем немного времени. Всем пока и до встречи на фестивале «Студенческая весна» Казанского федерального университета.